Доброе утро! Хотел бы я сказать, но, к сожалению, сейчас уже вечер. Но я добралась до Амстердама, хотя это было довольно-таки сложно, длительно. И даже я была виновата сама в том, что я только сейчас здесь. Если вы хотите знать, почему я здесь и сколько это заняло у меня времени, чтобы сюда добраться, то тогда пишите в комментариях, и я сделаю отдельный пост, потому что там слишком много всего рассказывать того, что со мной приключилось за 2 дня. Если вы хотите сходить в какие-то дорогие музеи, как, например, Мадам Тюссо, Кёкенхоф, съездить посмотреть на тюльпановые поля, то для этого лучше всего приобрести Holland Pass на 3. Там про Holland Pass я тоже расскажу немножко позднее, но там приходит письмо, которое необходимо распечатать. Без него вам не выдадут этот Holland Pass. Я сейчас в аэропорту Сипхол и направляюсь в офис Holland Pass для того, чтобы они мне выдали этот сам пас. И я там смогу ходить в 3, нет, 6, получается, в 6 музеев бесплатно по этому билету. Как бесплатно? Я заплатила 72 евро почти. И также он дает существенные скидки в различные места. Так что отправляемся за моим пасом. Смотрите, как миленько в аэропорту. Смастерили из самолета такой небольшой магазинчик. Даже шасси тут, да? Вообще класс. Класс, мне нравится. Здесь даже кресло есть, представляете? Вообще офигенский. И как раз здесь получают вот такой вот Holland Pass. Я здесь завела его. Запомните этот магазинчик. Вот, все. Теперь только осталось найти Дашу. Мы поехали на центральную станцию Амстердама. Я уже на центральном вокзале, я прямо вот в таком пункте. Около 10 минут, и никто даже не проверил мой билет. Заходила я без пакетов, я вообще не поняла, что нужно было делать. В общем, билет здесь работает только на выход. Для того, чтобы выйти с вокзала, нужно пройти через эти турникеты, куда ты прикладываешь свой баркоуд на твои распечатки. Без этого ты оттуда не выйдешь. И на второй раз уже не получится пройти. Так что здесь билет нужен перекладывать. Еще здесь есть комната, где можно оставить свой багаж. Я еще не знаю, сколько он стоит. Мы с Дашей гуляем уже по центру Амстердама. И тут посмотрели, какое замечательное небо. Просто непередаваемые краски. А вот Даша. Даша! Всем привет! Мы нашлись! Ура! Да, сейчас мы куда идем? Встречаться со странным человеком. И сейчас мы узнаем, будем ли мы спать на улице, или мы будем спать где-то в кровати. Ждите от нас новостей.